ДТП произошло 9 ноября на трассе М7 в Цивильском районе Чувашии. Женщина на автомобиле ВАЗ-21099 не справилась с управлением и столкнулась со встречной газелью. Автоледи скончалась на месте происшествия. Ее пассажир и водитель газели получили травмы. Выяснилось, что на выходных женщина была задержана в ходе рейда нетрезвый водитель. Тогда прибор показал наличие алкоголя у нее в крови. Автоледи отстранили от управления, а машину отвезли на штрафстоянку. Женщина протрезвела и сегодня забрала машину со штрафстоянки. На обратном пути домой она попала в ДТП. Берегите себя и своих родных, и не забудьте подписаться.